Будете играть в высокую белую зарплату. Как неожиданно. Все хотят иметь такую высокую белую зарплату. Ну а такая зарплата есть не у всех. Она есть у политиков, у олигархов, у футболистов, у некоторых актеров. И все хотят иметь такую зарплату. И я думаю, что я как артист и немножко футболист... тоже могу себе позволить. Все-таки такая большая белая зарплата. Хочется просто окунуться в эти деньги, просто нырнуть, как Скрудж Макдак, и захлебнуться купюрами. Уехать куда-нибудь далеко-далеко на самый дорогой курорт и тратить эту зарплату.